Первое? Что первое? Беременность. Первое. Я что, беременна? И? А, да, первое. Рожать будете? А что, у меня есть варианты? А, в этом… Нет, это да, конечно, буду. Дорогая моя, учитывая особенности вашего организма, вам нужно быть осторожной. Ну, в общем, делать все то, что и положено делать в подобных случаях. А что положено делать в подобных случаях? Вы сами-то как думаете? А, радоваться. Можно и радоваться. Но лучше бросить курить, пить, есть витамины, больше гулять на свежем воздухе. Об этом даже дети знают. Осень не осень, зима не зима, не поймешь. Хотел бы я с тобой, Илюша, посоветоваться, как с представителем, так сказать, четвертой власти. О чем, Владимир Георгиевич? Ну что ж, давай без предисловий, прямо к делу. Достал меня этот твой Вешнепольский. Да ты садись, садись. Иван? Садись. Что-то он в последнее время стал много говорить не по делу. И мне плевать, что у вас там какая-то звезда. Вот, гляди. Узнаешь? Ну, разумеется, Павел Глебов. Так вот, по слухам, этот Глебов собирается принять участие в выборах. И победить у него, надо сказать, шансы немалые. А Вешнепольский в этом качестве его всячески поддерживает. Говорят, они друзья. Да, это так, друзья. Так вот, кое-кому очень не нравится, что популярность Глебова в последнее время стала стремительно расти. Мы тут подумали, что можно сделать. И решили, что без тебя нам в этом случае не обойтись. Надо заставить Вешнепольского изменить свою точку зрения. Ну, они подкупных журналистов, как известно, не бывает. Но Иван исключение исправил, он не подкупен. Ерунда, ерунда. Любого человека можно сломать, даже самого несгибаемого. Я слышал, он летит в Чечню. Привет, Катюша. Привет. Все-таки едешь. Катюш, это всего на пару дней. Я понимаю. Только в этот раз нехорошие предчувствия. Ну, Катя, что ты глупости говоришь? Какие предчувствия? Все будет хорошо. А чтобы дурное не лезло в голову, надо, во-первых, ни в коем случае не есть на ночь сырых помидоров. Во-вторых, ни за что не смотреть передач с моим участием. И это мне говорит Иван Вешнепольский, звезда телевизионных новостей? Это говорит тебе Иван Вешнепольский, звезда новостей и просто большой специалист по предчувствиям. Алло. Привет, это я. Павел, как здорово, что ты звонишь. Я как раз сам собирался тебя найти. Как ты? Ну что, я лечу. Буду через пару дней, и мне нужно кое-что тебе передать. Это очень важно. Опять интриги. Может быть, тебя проводить? Охрана нужна? Ты знаешь, я не думаю, что есть необходимость. Вряд ли они предпримут что-нибудь в Москве. Но мне кажется, что эта история просто так не закончится. Ну, держись. Ну да. До встречи. Пока. Ну что, едем? Поехали. Слушай, ну что я-то с тобой сегодня курить хожу? А поговорить? А поцеловать? У тебя с последним сюжетом все нормально? Нормально. Угу. Ты сегодня еще снимаешь? Угу. И снимаю, и монтирую. Для кого стараешься? Для принцессы Вики Терехиной? Для нее. Но не дороже она меня ничтожную высшее общество позвала. Артисты массовых сцен на площадку. Сколько можно ждать? Слушай, Сашка, а правда, что твоему Победоносцеву собственный эфир дают? А ты откуда знаешь? Да так, болтают. Ты же знаешь, мирок у нас тесный, тайн нет. Так правда? Ну, правда, но я бы раньше времени не радовалась. На самом деле, Сашка, это тебе надо было программу давать, а не ему. Так было бы честнее. Прекрати. Сейчас ты еще начнешь говорить, что я приютила у себя бедного журналиста из набережных Челнов, обогрела, накормила. Ну, что ты обычно говоришь? А, устроила на работу, по ночам за него тексты писала. Так, да? Не скажу, потому что 100 раз уже говорила. Саша, выезд через полчаса. Я помню, иду. И представляешь, он дал мне целое интервью. Мы общались 20 минут в конференц-зале. Охрана никого даже близко не подпустила. Материал пойдет только у нас. Ты меня слушаешь? Пытаюсь. Андрюш, ну перестань ты смотреть телевизор. Ты можешь поговорить со мной? Ну не хочешь меня слушать? Расскажи, как у тебя дела. Ладка меня сегодня спросила, уйду я к тебе в программу или останусь. Я даже не знала, что ей ответить. Андрюш, я уйду или останусь? Саш, ну откуда я знаю, уйдешь ты или останешься? Сейчас это обсуждать глупо. Программы пока нет, штат не утвержден. Но он же вот-вот будет утвержден. Зачем делить шкуру неубитого медведя? Я не понимаю, зачем ты затеяла этот разговор? Чтоб потом со своими девочками обсуждать? Ну зачем ты так? Вика сегодня была в своем репертуаре. К эфиру чуть не опоздала, с гримершей скандалила, тексты разбомбила. Нет, ну не нравится, да? Ты пиши сама. Ужас. Швыряла чашки. Бесилась, орала. Кошмар какой-то. Вика Терехина самая популярная телеведущая. Вы даже не понимаете, что это значит. Вам бы потакать ее капризом. Выполнять каждое ее требование, учиться у нее. А вы все языками чешете. Какая она, плохая или хорошая? На ней вся программа держится. Андрюш, ты чего? Программа держится на редактуре, это всем известно. Вику посадили в эфир только потому, что у нее папа главный акционер канала. Викиной заслуги в этом нет. Слушай, какое значение имеет, кто у нее папа? Вика там, где она есть. Никто из вас не ведет самые престижные новости на самом престижном канале. А ты не знаешь почему? Да потому что Вика лучше вас. У нее есть то, чего нет и никогда не будет у вас. Ясно? Ничего мне не ясно. Папочка мой дорогой, мой золотой. Как я рада, проходи. Мой хороший, как я соскучилась. Ну, раз гора не идет к Магомету, на, держи. В хозяйстве пригодится. Ну, пап, ну зачем? У меня же есть все. Ну-ну, держи. Не нужно мне ничего покупать. Ой, куда ж ты пропала? Бессовестное дитя, да. У меня много работы, я была… Совсем нас с матерью забыла. Я была занята. Только ли работа-то, а? Ты, как всегда, в курсе событий, пап. Не только. Я так и понял. Слушай, я тебя давно хотел спросить, этот твой нынешний хахаль, как его, Победоносцев, он… Он не хахаль. Да? Да. Хм. Может, ты и замуж за него хочешь? Хочу, что я не могу хотеть замуж. Ну, извини. Я не думал, что у вас так все серьезно. Идем. Андрей, как видно, человек не глупый. А журналист, как я понимаю, среднего пошиба. Ну, ты, конечно, не обижайся. Я не обижаюсь. Пока все именно так обстоит. Пока. Но скоро он станет звездой, и я ему в этом помогу. Ладно, я понимаю. Но хотел я поговорить о другом. Ты хочешь подкинуть ему работу? Ха. Ты считаешь, он подойдет? Ты сам говорил, что Андрей мужик не глупый. То есть он сговорчивый. Будет говорить то, что скажут, и сделает то, что потребуется. Я гарантирую, Андрей, это то, что нам нужно. Поверь мне. Давно пришла? Да нет, здравствуй, Вика. Здравствуй. А муж где? Как всегда опаздывает. Он обязательно придет, ты же знаешь, ему здесь надо с кем-то переговорить. Ну, конечно, знаю, я же его руководитель. Здравствуйте. Ну, как он тебе? А кто это? Ну, как же. Основное блюдо. Ради него и собрались. Французский журналист приехал творить нетленку. Русского не знает, спрашивайте, чего приперся. А как его зовут? Филипп де Бове. Но, к сожалению, французский паспорт – это единственное его достоинство. Салю. Извините, ничего. Я, наверное, за всю жизнь столько не знакомился, сколько за сегодняшний вечер. Вы говорите по-русски? Говорю. Как у каждого, ну, почти у каждого порядочного француза. Вы курите? Позволите мне? Спасибо. У меня имеется русская бабушка, вполне княжеского рода. И учить русский язык в семье считалось очень хорошим тоном. Надо же. А вы бывали в Москве? Первый раз меня привозили сюда родители лет 30 назад, но я очень смутно все помню. С тех пор многое изменилось, не правда ли? Да. Кстати, меня зовут Филипп де Бове. Очень приятно. Александра Потапова. Можно просто Саша. Я тележурналист. Вы тоже знаменитость, как и все тут. Мне объяснили, что здесь собирается только телевизионная элита. Нет, но вам все слегка преувеличили. Во всяком случае, я не знаменитость и не элита. А, вот вы где. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Je ne parle pas français. This is my friend Helen. Nice she's actress. She's good. She's really? Good actress. I'm glad. A Russian star. Yeah. My English is bad. Шурочка, переведи, пожалуйста, что ее в прошлом году приглашали на Бродвей. Last year she was invited to Broadway. Oh. Yes, sure. Last winter I was in New York. Прошлой зимой он был в Нью-Йорке, ему очень нравятся бродвейские постановки. А в каком спектакле вы играли? Да пошел он в баню, какая разница в каком? Спектакль для богатых, скажи. Для богатых. Он на такие не ходит. Заткнись. Он ни черта не понимает, но интонацию сменит. Ты же хочешь в Париж, правда? С этим, что ли? Ты что, с ума сошла? У меня что, крыша поехала? Какая тебе разница? Паспорт у него французский. Я пойду. Нет, останься и, пожалуйста, переводи. Excuse me, I have a very important call to do. Чего это он? Сегодня Алекс. Придурок. Звонить пошел. Давно он тебя Алекс называет? Нет, это просто я вышла, и он тоже вышел, и разговорились. Я вообще долго здесь стоять буду возле тебя. Можно я уже пойду? Лучше иди и постой с французом. Пригласи его потанцевать, а еще лучше в койку. Не выпускай, пока он тебе не сделает предложение. Кстати, а кто это? Да это так, моя сотрудница. Лена, как всегда, в своем репертуаре. Подруга детства. Жуткая эгоистка, все остальные для нее просто не существуют. Никак не могу ее замуж выдать. Ну, я пойду, а то вдруг кто-нибудь салат снет. А почему Ладки нет? Я же ее звала. Она работает. Алло. Алло, Андрей, ты где? Вика, я стою в пробке. Уже полтора часа. И сколько это продлится, понятия не имею. Ну, ты приедешь? Ну, конечно, приеду. Обязательно приеду. Я просто испугалась, что ты не доберешься. А мне очень нужно с тобой поговорить. Не волнуйся, никаких проблем. Мы обязательно поговорим, когда приеду. Не переживай. Oui, d'accord, d'accord, oui, oui. Tu as très, très bien fait. Très bien. Окей. Нет, это ты считаешь, что у нас нет никаких проблем. А я напоминаю, что есть. И у этой проблемы есть имя Александра Потапова. Лада! Лада! Вася, ты что здесь делаешь? Тебя жду. Так ты меня караулил? Странно. А почему? Ну, потому что, насколько мне известно, не так часто крупные государственные Лада, чиновники… Да, сейчас подкарауливают у телецентра простых корреспонденток. Оставь свой сарказм. Я действительно тебя ждал и скучал. Вот угораздило же меня, умную, красивую, связаться с тобой, женатым. Лада, ты скоро? Я на машине. Куда тебе подвезти? Я на машине. Лада! Хорошо, езжай, я догоню. Пойдем. Пойдем, Михаил. Что вы говорите по-русски. И слава богу. Не страшно думать, что было бы, если бы она это знала. Наконец. Привет. Привет. Я уже не надеюсь. Приехал мой муж. Мне бы хотелось познакомить вас с ним, если вы не против. Нет, не против. Привет. Познакомьтесь, это мой муж Андрей. Очень приятно. Ты для кого это писал? Войдите. Михаил Андреевич. Так, сняли, все? Да, все. Михаил Андреевич, хорошо. Можно я теперь… Сядь, посиди. Михаил Андреевич, успеешь. Сядь, посиди, послушай, что они пишут. Это же умереть можно, как они пишут. Андреевич, можно? Ванька, Иван! Сашка! Да, между прочим, Иван Вешнепольский, лучший репортер канала. И в отличие от вас, его текстом подстрочник не требуется. Будете проще писать. Станете звездой. Может быть. Смотри, у меня все хорошо? Да, все нормально. Так, Маша, не забудь сократить текст. Поняла? Ми, мэ, ма. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Вот. 20 секунд до эфира. Все из кадра. Внимание, эфир. Добрый день. В эфире новости. Ну что, все? Все, все написала, сдала. Свободно, как ветер. Наконец-то. Значит так, домой я тебя заброшу, пока время есть. Ой, а вообще, я опаздываю, мне сегодня свидание. Что? Ну-ка, с этого момента поподробнее. Так, Потапова. Ну-ка. Сань, ну-ка, Вань, расскажи, Вань, ну кто это, Вань, ну кто это, ну? Это очередная телевизионная барышня, да? Я тебе скажу одно. Вань, нет, скажи, это не очередная телевизионная барышня. Вань, ну довольно. Кто это, ну? Ты же знаешь. Сань, не скажу, вам только Вань, скажи. Ты знаешь, я никогда не выдаю чужие тайны. Да вам только пальчик дай, вы же по локоть отпустите. Ну, Вань, скажи, Вань. Потапова, отцепись. Что? Я забыла в редакции пакет с хлебом. Извини, пожалуйста. Ну, я очень быстро. Ну, ладно? Совесть, голодный. Вань, я тебя прошу. Ладно, подожди, пожалуйста. Я очень быстро. Идет. Я так соскучилась. Скажи, ты поговорил с ней? Андрей, ты поговорил? Понятно. Почему? Эту проблему решать наскоком. Наскоком? Потрясающе. Ты это называешь наскоком, да? Ты спишь со мной целый год. Я познакомила тебя с своим отцом. Я делаю для тебя эфир. Я все делаю для тебя. Я не могу так больше. Я даже жену твою в своем доме принимаю, где мы с тобой практически живем. Бери руки. Ты обещала мне развестись. Я разведусь. Когда? Когда? Я это много раз уже слышала. Вика, ты понимаешь, что я с ней прожил 2 года? 2 очень нелегких года. Я не могу так в одночасье ее бросить. Не могу. А мне что делать? Надо мной уже и так все Останкино смеется. А я не привыкла к такой роли. Я не знаю. Может быть, ты ее любишь? Да ну при чем здесь любишь, Вика? Ну ты же сама прекрасно понимаешь, мне нужна была эта работа. Она помогла мне сюда устроиться. К тому же мне нужно было где-то жить. Еще брат. Да, брат. Да. Ее брат, который в свое время был министром печати и информации. Ну, что он сделал для тебя? А я, между прочим, слов на ветер не бросаю. И если я тебе обещала эфир, ты его получишь. Только вот твою Потапову я видеть не могу. Я ее ненавижу. Это выше моих сил. Я не могу ее видеть. Ну хорошо. Хорошо, если она тебя так раздражает. Ну уволь ее. Уволь. Андрей. Ну? Я последний раз тебе говорю. Потапова, ну совесть есть. Сколько тебя ждать-то можно? Сань. Она что, здесь? Не знаю. Потапова, чего закрылась-то? Что с тобой? Саня! Потапова, ты куда? Да стужи ты, черт возьми! Саша! Ну вот и поговорили. Подслушивала. Какая мерзавка, а ты ее еще защищаешь. Ну ладно. Сама напросилась. Вика, что делаешь? Она еще попляшет. Вика! Ты с ума сошла, Вика! Саня, ты можешь объяснить, в чем дело-то в конце концов? Саня! Саша! Саня, ну подожди секунду, объясни, в чем дело! Потапова! Ну остановись же, черт возьми! Бумаги валяются, кассеты валяются, все разбросано. Компьютер разбили. Михаил Андреевич, вот кто это мог сделать? Да, Вика, узнал. Здравствуй. Потапова. Этого не может быть. Скажи спасибо, что уголовное дело не завели. Хулиганство все-таки вещь серьезная. Конечно. Хочешь совет, девочка моя? Иди к Вешнепольскому в программу. Он ведь никого не боится, Ванька-то. А ты с ним дружишь. М? Ну? Ну, сама видишь, какие здесь порядки. Мы все здесь кому-то чем-то обязаны. Оттого и трусы. Делай, как я говорю, да. Угу, конечно. О, ну что, дебоширка, здравствуй. Как себя чувствуешь? Это только начало. Советую тебе при разводе молчать и совсем соглашаться. У Андрея большое будущее. Забудь это имя раз и навсегда. Да, кстати, советую тебе здесь больше не появляться. Я работать тебе на телевидении не дам. Не надейся. Кручу, верчу, тебе хочу, кручу, верчу, я тобой дорожу. Закрывай замочек, идет дело к ночи, не бойся остаться со мной. Я закрывай замочек, идет дело к ночи, не бойся остаться со мной. Наливаем. Наливаем. Ну что дальше-то было? Дальше было самое интересное. Дальше я вылезла из-под стола в самый разгар трудного объяснения двух благородных, но связанных обязательствами людей и устроила непристойную драку. Ты даешь? Подожди, а мой пока еще собственный муж не смог успокоить меня, потому что я кусалась, я царапалась, Ладно, что я еще делала? Плевала ей в лицо, стучала туфлями по монтажному столу и кричала: я вам покажу Кузькину. Вот, точно! И знаете, кто меня увозил из Останкино, скрутив бараний рог? Ванька Вешнепольский. Почему? Это же очень удобно. Ванька на Кавказе, слово в мою защиту сказать не может, так что... Боже, звук! Чечня. Машина съемочной группы известного тележурналиста Ивана Вешнепольского, в которой находился сам Иван и его операторы, попала в засаду в горном ущелье Алтын. Машина была обстреляна, а группа наших коллег похищена и увезена в неизвестном направлении. В этом районе уже ведутся усиленные поиски. Но живы ли наши товарищи и где они находятся, пока никому не известно. Продолжаем наш выпуск. Да? Слушаю. Сергей Иванович, добрый вечер. Да, конечно, я уже знаю. Да, ужасная потеря. Ну что поделаешь, жизнь. Но, как говорится, незаменимых людей у нас не бывает. Да, у меня есть на примете одна кандидатура. Есть. Договорились, да? Буду. До встречи. Господи, Ванька пропал. Что это с ней? Подожди, при чем тут Ванька? Это я из-за него реву. Ванька мой друг. Я из-за него реву. А ты-то чего? Нет, это я из-за него реву. Потому что я его люблю. На, успокойся. Что-то я ничего не понимаю. Катя, ты кого любишь? Ваню? Да. Подожди. Ну вы же не знакомы. Кать, ты же его по телеку только и видела. Знакомы. Он к нам в аптеку приходил, аспирин покупал. О, Господи. Так это он к тебе тогда на свидание ехал, да? Да. Злющий был, как не знаю кто. Даже не поговорили толком. Он из-за тебя переживал. А теперь он пропал. И я его, наверное, больше никогда не увижу. Заткнись, дура. Он жив. Если бы хотели убить, убили бы. Ты знаешь, кто сейчас звонил? Продюсер общественно-политического вещания канала. Ну и что? Привыкай, Андрюша. Отныне все с тобой будут считаться. Почему? Потому что ты теперь со мной. Все будут делать то, что нужно тебе. Ты думаешь, Цветков, который в ИПЕ не работал за 3 рубля, не боится потерять свое место? А в люди его вывел, между прочим, мой отец. Так что привыкайте, Андрей Николаевич. Привыкайте. Иди ко мне. Андрюшка, я никогда никого к себе так близко не подпускала. Я хочу, чтобы у тебя все получилось. Чтобы ты был лучше всех. Надо как-то брать себя в руки. И тебе, и Сашке. А тебе, Потапова, надо решать вопрос с работой. С какой работой? Я же ничего не умею. Только сюжет снимать да тексты писать. Мне надо научиться жить без телевидения. Ну, может, через месяц об этом скандале никто и не вспомнит. Вспомнит, если Вике будет нужно. А значит, что? Что? Ты ей не нужна. Ей нужен Андрей. Значит, нужно придумать что-то, чтобы Вика поняла, что ты не имеешь никаких видов на Андрея. Ну и как я ей это докажу? А так, тебе надо быстренько выскочить замуж. Вот и зима. Вот и все. Здравствуйте. Кому? Вы Александра Потапова. Я вас узнал. Да, что вам нужно? Я шофер Андрея Николаевича. Он сказал, чтобы я заехал, забрал вещи. Он сказал, что вещи вы уже собрали. Да. Не расстраивайтесь вы так. Другого найдете. До свидания. До свидания. Да мы тут посоветовались и решили поставить тебя в сетку на место Вешнепольского. Что? Что-то я не совсем понимаю. Да ты садись, садись, садись. Ну, а если Иван вернется? Не вернется. Почему? Андрюш, давай скажем так. Иван исчез в очень подходящий момент. М? Так совпало. М? В своем первом эфире ты расскажешь зрителям, что мы решили продолжить дело принципиального и честного журналиста Ивана Вешнепольского. А потому начинаем новую программу. В этой программе мы будем, так же как Иван, рассказывать зрителю, образно говоря, о делах наших скорбных. А для начала покажем фильм, который Иван сделал накануне своего исчезновения, и за который мы уверены, поплатился жизнью. Ну, а потом ты поклянешься довести до конца расследование об исчезновении Ивана и, собственно, все. Ну, а потом ты время от времени будешь клясться ему в любви и преданности, понял? Понял, только… Что? А для чего все это? Андрей, ты что, придурок? Ты что, правда ничего не понял? Нет, понял, но… Что? Фильм посмотреть можно? Какой фильм, Андрюша? Ну, который Вешнепольский снял и не успел показать. А ты правда придурок. Андрюш, нет никакого фильма. Ты его сделаешь и пустишь в эфир. Ясно? Значит, вы так решили? Да. Не мое это дело вас отговаривать, но предупредить я вас должен. В будущем вероятность иметь детей у вас будет очень мала. Я знаю. Вешнепольского удалили не случайно. Копают гораздо глубже, под Глебова. Слышал о таком? Конечно, слышал. Только он очень популярен. Вот именно. И для того, чтобы ускорить его отставку, Вешнепольскому предложили выступить против него. Вешнепольский отказался. И видишь, что теперь с ним. А Глебов, видите ли, решил положить конец чеченской войне. Но, как ты понимаешь, кое-кому это очень невыгодно. Так что министра нашего храброго со всеми его идеями надо топить. А Вешнепольский бы его не топил, а Вешнепольский бы ему помогал. Так что выход теперь, Андрюш, очень прост. Ты преподнесешь компромат на Глебова. Тот компромат, который якобы откопал честный Вешнепольский. И все дела. Вика, я не понимаю, как ты могла? Ну объясни мне, как ты могла? Я не понимаю, почему ты на меня кричишь? Вика, ты же все знала! Да, я знала, и что? Потрясающе. Ты все знала, ни о чем меня не предупредила. Ты даже не спросила, хочу ли я ввязываться во все это дерьмо. А теперь я даже не могу отказаться. Конечно, не можешь. Да уже не можешь отказаться, Андрей. В этой жизни главное идти наверх любыми путями. Быть победителем. А это очень хороший шанс заработать деньги. Вика, я жить хочу! Жить! А на эти деньги очень легко устроить себе шикарные похороны. Да кому ты нужен, зайчик? Ты что, Ваня Вешнепольский, которого все боятся? Ты никто! Нужно уметь рисковать, Андрей, иначе ничего не будет. Ты еще утром хотел делать карьеру. Так делай. Оказалась интересней, свободней, сильнее и умнее меня. Никто не виноват, только я сама. Я оказалась плохой женой. Я не смогла защитить самое дорогое – мужа, ребенка. Встала на свои места. Телевидение перешагнуло через меня, так и не заметив потери бойца. Андрей прозрел и понял, что ему не место рядом со мной никчемной дурой. И напрасно беспокоится Вика Терехина. Я не буду возвращать его обратно. Машину, мчись, Катя, быстро! Влад, что-то случилось? Случилось! Катьку ограбили! О, Господи! Я еду. Здрасте. В район профсоюза можно? Побыстрее, пожалуйста, ладно? Точно ничего не пропало? Ты проверила? Девочки, что все это значит? Откуда мы знаем? Если это вор, то какие-то странные, ничего не украли. И потом, что это за угрозы идиотские? Не знаю, не знаю. В милицию обращаться будешь? Нет, не буду. Все-таки нужно как-то жить дальше. Нужно начинать все сначала. Нельзя сдаваться. Надо придумать себе новую жизнь и сделать ее такой, как захочется. И тогда мы еще посмотрим, так ли я ничтожна и слаба, как всем кажется. Алекс, а вы меня помните? Мы с вами были на одной вечеринке около месяца назад. У вас русская бабушка. Совершенно справедливо. У вас ничего не случилось? Вас ведь зовут Филипп. Да. Вы женаты? Нет, а почему вы об этом спрашиваете? Потому что вам необходимо срочно жениться на мне. Алекс, хотите есть? Пойдемте, поедим где-нибудь и поговорим. О чем? О женитьбе. Мне не каждый день делают предложения, да еще на улице. Разве это не стоит обсудить? Пойдемте. Приятного аппетита. Спасибо. Вот. Вам это очень выгодно. Вы же, судя по всему, не очень богаты. Так вот, вам не придется платить за квартиру и пользоваться услугами проституток. А вместо проституток вы предлагаете себя. Я правильно понял? Но почему вы предлагаете это мне, Алекс? Ну, видите ли, вы приехали сюда издалека и надолго... Вам, наверное, надо где-то жить, что-то есть, с кем-то спать. Мы с вами можем сотрудничать взаимовыгодно. Да уж. И вам не придется за это платить. А у меня будет временный муж, которого я смогу предъявить Вике и доказать, что мне не нужно Андрей. Алекс, вы понимаете, что это полный бред? Нет, это не бред. Это мой единственный шанс. Помогите мне, Филипп. Филипп, я предлагаю вам сделку на этот год, пока вы будете в Москве. Я же не совсем ненормальная, я понимаю, как это выглядит со стороны. Да. И как же? Интересно. Дико, неприглядно и бессовестно. Вот именно. Я не буду вам мешать. Совсем не буду. И, конечно же, вы можете не спать со мной. Окей. Я подумаю. Оставьте мне ваш телефон. Угу. До свидания. Потапова дура. Знала я, конечно, что ты малость при этом, но не думала, что все так далеко зашло. Да никуда это не зашло. Он наверняка откажется. Ну почему ты с нами не посоветовалась? Да чего ей с нами советоваться? Она же все лучше всех знает. Ну ты же мне сама это посоветовала. Что? Замуж выйти? Ну не за первого встречного. Остается надеяться, что он тебе откажет. Алло? Алекс, я надеюсь, вы меня еще не забыли. Это я, Филипп. Я согласен. Только не рассчитывайте, что мы с вами будем жить как соседи. Мы с вами будем жить как муж и жена. Иначе никак. До свидания, Алекс. Он согласился. Согласился? Ничего себе. Так, что это за француз? Я не знаю. Я его вообще второй раз в жизни видела. Отлично! Молодец, Потапова. Так держать. Ой, девочки, это какой-то кошмар. Может, мне это все приснилось, а? Да нет. Это явь к моему великому ужасу. А если он тебя, козу драную, убьет через 3 дня? Ты об этом подумала? Нет, Потапова. Тебя точно лечить надо. Что у нас в аптеке для психов есть? Ну что ты на меня напала? Ой, да ничего. Делай, что хочешь. Да не вяжи ты! Я успокаиваюсь. Ладно, расскажи нам, что хоть за француз-то? Вроде журналист. Приехал в Россию книгу писать. Жить будет у меня, за жилье платить не будет. Я буду за ним ухаживать, готовить, убирать. Это всего лишь на 1 год. Но Вика обо мне забывает, Андрей тоже. Я развожусь и спокойно нахожу работу. Никому не мешаю. Замечательно. Похоже на то, как мужик, чтобы барину отомстить, на воротах повесился. Да нормальные люди за фиктивные браки бешеные деньги получают. А наша предприимчивая, наоборот, еще и платит за это. А? Предприимчивая. Это нужно мне. Я не хочу ставить крест на своей работе. У меня все еще впереди. Как вы этого не понимаете? Это же так просто. Да мне наплевать на этого мужика, как, впрочем, и на всех остальных. Да, наверное, я никогда в жизни не смогу никому из них доверять. Я не захочу. Но если для того, чтобы меня взяли обратно на телевидение, мне придется ухаживать за параличным, я буду ухаживать. И если для этого мне нужно будет еще раз умолять чужого человека жениться на мне, я буду умолять. И я спать с ним буду. Вот счастье-то какое, переспать с Александрой Потаповой. Счастье, не счастье, а буду. И одежду его стирать буду, и готовить, и убирать. Я буду делать все ради того, чтобы, может быть, у меня появилась надежда когда-нибудь вернуться на работу. Ясно? Но то, что ты обстирывать и кормить этого француза будешь, никто не сомневается. Откормишь, а работу не найдешь, что тогда? Разберусь. Ну... Ну, что скажете? Ой, да женитесь вы. Разводитесь, топитесь. Делайте, что хотите. Все равно уже ничего не изменить, кроме как сдать тебя в психушку. Ты нам его покажешь? Покажу. Андрюша, нас ждут великие дела. Ну, что ты так расстроился? Что нам, Ваня Вешнепольский, это только начало. А поначалу всегда страшно. Но чего ты боишься? М? Вика, я ничего не боюсь, просто противно. А, тебе противно? Понятно. Ах, как ты думал, делаются деньги на политическом телевидении? Вот так и делается. Тебе кого-то заказывают, а ты его топишь и получаешь свои проценты. И ты знаешь, неважно от кого. Андрюша, я для тебя делаю все. боишься? Алекс. Ты очень, очень красивая. Алло? Да, привет. Ну? Что ну? Что? Рассказывай. Что рассказывать? Ну, в посольстве нас расписали, потом в ЗАГСе. Влад, да ничего особенного, все как у людей. И ты с ним сразу переспала? Да, сразу. И как? Все, Лад, если будешь приставать с расспросами, я тебе его вообще никогда не покажу, и ты просто умрешь от любопытства, поняла? Доброе утро, Алекс. Эй! Оу! Не молчи. Все, Влад, я не могу больше говорить. Ну ладно. А это кто? По какому случаю переполох? Павел Глебов, министр. И зачем он приехал? На пресс-конференцию. Все, спасибо, господа. Спасибо. Спасибо. Все. Прошу. Прошу. Приветик. Привет. Давно приехала? Только что. Ну, что ты сегодня успела сделать? Познакомился с командой. Неплохие ребята. А девочки как симпатичные. М? Конечно. Извини. Времени мало, поесть не успеваю. Да, кстати, я сегодня говорила с Цветковым. Он просит, чтобы ты поторопился с фильмом. Ты нашел человека? Завтрак готов. Ты будешь? Да, спасибо. Алекс, все хорошо? Да. Если ты жалеешь о том, что произошло, или передумала… Нет, я не жалею, не передумала. Мне надо к тебе привыкнуть. Вы все поняли, Ларочка? Конечно, Андрей. Алло? Саша, здравствуйте. Вас беспокоит редактор программы Ивана Вешнепольского. Что, Ваня нашелся? Нет. Про Ваню по-прежнему ничего не известно. Да. Ждем, надеемся. Значит так, Сашенька. Дело в том, что мы готовим специальный выпуск программы по Ваниным материалам. У нас есть много видео и даже кое-какие печатные материалы, которые Ваня готовил к эфиру. Из всего этого нужно собрать 15-минутный фильм. Сможете? А почему я… Я уже не работаю на телевидении, вы, наверное, не знаете. Про то, что вы не работаете, я знаю. Давайте встретимся в Останкино через час. Пропуск-то не сдали? Нет. То есть у меня есть пропуск. Да, хорошо, я приеду. До свидания. Всего доброго. Ну что? Очень хорошо, Ларочка. М? Привет. Привет. Сашенька, я принесла вам еще кассеты. Обратите особое внимание на верхнюю. Ну что ж, удачи. Я в вас верю, дерзайте. Спасибо. Я пойду. Наш репортаж из одного из горных ущелий Чечни недалеко от Ханкалы. Ровно 3 месяца назад телка-то? Ничего. Угу. Она мне вблизи даже больше понравилась. Да. Красивая. Симпатичная. И пальтишка у нее ничего. А что у нас под пальтишком? Оп! Извини. Ну так вышло. Мы у тебя в прошлый раз немножко намусорили. Кое-что искали. Догадываешься, что? А? А ты подумай. Нет. Запомни, никуда не ходи, ни с кем не разговаривай. Ясно? Пошли. Что, телка? Плохо? Ты запомни, мы всегда рядом. Поняла? Еще вчера на этом месте шел тяжелый бой, и сегодня здесь осталось множество свидетельств того, что из себя представляет эта группа бандитов и убийц. Пойдемте, я покажу вам. На, ешь теплый пирожок. Спасибо. Ну, что тут у тебя? Конец света, пока темный лес. Ты знаешь, я спокойно смотреть на него не могу. Как вижу, сразу перематываю. Не могу. А, здравствуйте. Сашенька, а у вас все в порядке? Да, все в порядке. Ладно, ладно. Но тогда не буду вам мешать. Угу. До свидания. До свидания. Кто это? Это мой работодатель. Ванькин редактор. Ну, так как наш бонапартист воспринял твой выход на работу? Да еще с утра до ночи. Не знаю. Слушай, он тут еды привез из магазина почти на $300. Насколько? Насколько слышала. Может, он жулик? Ладно, Потапова. Поедем, что ли, а? Уже 9 час. Я все материалы на эфир сдала, мне делать больше нечего. Ну ладно, поедем. Я уже, честно говоря, тоже ничего не соображаю. Сейчас. Тогда я пойду за вещами, а ты спускайся, ладно? Угу. Влад, а как ты думаешь, почему именно меня попросили смонтировать этот фильм? Ведь что-то тут не так. Ну, что не так? Что ты все время выдумываешь? Но тебе не кажется, что Ванькину группу не расформировали бы так быстро, если бы не знали наверняка, что он не вернется? Когда кажется, креститься надо. У тебя просто нервное расстройство. Ладно, я пошла. Не задерживайся. И все-таки ты сюда явилась, дрянь такая. Я же тебя предупреждала, или ты с первого раза не понимаешь? М? Что ты здесь делаешь? Ты забыла, как тебя отсюда вышвырнули? Хочешь, организуй еще раз? Забудь про телевидение, дорогая. Если еще раз сюда припрешься, убирать тебя отсюда будет уже охрана. Ты меня поняла? Алло, мы на месте. Она никуда не выходила, и к ней никто не приезжал. Умная девчонка. Хм. Куда? Так, понял, понял. Ага, знаю. Понял, хорошо. Все, сматываемся, надо кое-куда подъехать, дело есть. А она? Да куда она денется? Поехали. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Врубай звук. Так же неудобно работать. Где ты взял это слово? Какое? Ну, врубай. А, это слово я услышал за бизнес-ланчем. Кто-то сказал, врубай телефон, позвонить надо. А еще я выучил слово братва. И 100 пудов. 100 пудов. А вот еще мимо рыла. И это совсем не канал. Я никогда не видел, как ты смеешься. Тебе очень идет. Да? Алло, можно Сашу? Да, конечно, пожалуйста. Да? Саш, ты можешь прямо сейчас ко мне приехать? А кто это? Саша, это я, Катя. Не пугайся, но я тебя умоляю, если можешь, приезжай скорее. Катя, что случилось? Да, ну и глухомань. Ну что, пошли? Давай направо за дом машину поставим, чтобы не засекли. Угу. Давай. Рассказывай, в чем дело. Ой, девочки. Вчера мне угрожали ножом. Велели никуда не ходить. А сегодня в почтовом ящике я нашла письмо. Какое письмо? От кого? От Вешнепольского. В моем кармане, где беспорядок. Ты еще постоянно меня за него ругала. Возьми японский пакет и отправь по адресу. Что это значит? Я ничего не понимаю. Саш, но ведь это же его почерк. Ну, значит, он жив. Значит, эти вчерашние знали. Знали, что ты получишь записку или получила. И предупреждали. И в квартире, видимо, перерыли тоже все они. Что-то искали, но не нашли? Или нашли? Нет, я думаю, не нашли. Иначе зачем им продолжать следить за мной? А в его квартире ты была? У него не квартира, у него загородный дом. Ну, конечно, была. У меня даже ключи есть. Беспорядок, хаос, свалка, помойка. Так. Саш, ты чего? Я пытаюсь понять. Ванька что-то нам хочет сказать. Я пытаюсь найти, чем заменить слово «беспорядок». Ну и? Подожди. Беспорядок, да? Беспорядок, грязь, мусор, бардак. Черт! Что? Бардачок! Бардачок в машине! Кать, вспомни, у вас был разговор про бардачок или про машину? Ну, про машину? Ну, да, кажется... Да, был. Точно. Он положил ключи от дома в бардачок и долго не мог найти. Я его ругала. Ну вот! Пакет в бардачке, в машине. А японский, потому что машина-то японская. Ты гений! Кать, где его машина? В гараже, в загородном доме. Поехали. Поехали. Кстати, Андрюш, а что с твоим фильмом? Ничего, все нормально. Ладно, не свисти, ты не на летучке. Время-то идет. Фильм делается. Угу. Я договорился с Ларой. Угу. Она подключила к монтажу мою бывшую. Эту идиотку? Вика, она не идиотка. Она наивный и доверчивый человек. Ей наплели, какое важное значение для спасения Вешнепольского имеет этот фильм. Вот она и рада стараться. Говорят, из аппаратной не вылезает целыми сутками. Понятно, ты с ней встречаешься. Боже мой, Вика, ну с чего ты взяла? Да она наклеит не то, что нам нужно. Ты что, хочешь все испортить? Какая разница, что она наклеит? Я все равно потом все переделаю. Для этого нужны будут 1 или 2 дня. А фильм, тем не менее, будет выглядеть так, как будто бы монтировала его именно она. А я-то думаю, что она в Останкино таскается. Вика, забудь о ней. Она тебе не соперница. Ну еще бы. Слушай, а это здорово придумано. Прикрыться ее именем. Бывшая жена, безработная. Это очень благородно. Просто гениально. Умница. Слушай, а Вешнепольский действительно не вернется? Вот козлы, блин. Заставили охранять пустой дом. В доме ничего не нашли. В гараже ничего не нашли. Чё мы сидим? Тебя что-то не устраивает? Тупо это. Тупо, холодно и жрать хочется. Неужели непонятно, что никто сюда не сунется? Ну что, девочки, пошли? Может, вы хотите, чтобы я одна сходила? С ума сошла? Но я тебя не отпущу. Ладно, пошли. Умница моя, мы скоро. Жди нас. А здесь вообще замечательно. Ванька говорит, детей будем растить здесь, а в школу возить в Москву. Вы их сначала родите, а потом возите. Ну, что ты злишься? Чего-чего? Страшно. А что свет горит? Да Ванька всегда оставляет. Заходите. Слышал? Что? Доходит, по-моему, кто-то. Да ладно. Опять мерещится. Я пойду посмотрю. Смотри. Его машина. Что-то дверь открыта. Господи, что это? По-моему, здесь кто-то уже был. А может, и сейчас есть? Тихо. Девки, бежим. Я тебе говорил. Ладка, тормози, а то мы сейчас разобьемся. Ой, не могу. Я так и не поняла, о чем мы побежали-то? С перепугу. Девочки, ну умные, надо сказать. Да. Умные не по годам. Значит, нас ждали, да? Ну почему нас-то? Ага. А стрельба? Зачем нас стрелять в идиоток? По-моему, девочки, мы влипли в какой-то жуткий криминал. Это Вешнепольский нас травил. Слушай, Жестань. Прекрати. Если тебе не нравится, сидела бы дома со своим Васяткой. Тебя насильно никто не тащил. Все, Кать, хватит. Телевизор бы смотрела. Успокойся, все. Ну что она? И вы чего вообще? Слава богу, живы остались. Жаль, что ничего не нашли. Значит, все зря. Пакета нет. Его забрал кто-то до нас. Нет, не думаю. Пакет где-то лежит. Но они не могут его найти. Да кто они-то? Мы же черта не знаем. Кто это? Кому это нужно? Как Ванькин плен связан с этим пакетом? Поговорить бы с кем-нибудь, кто в этом понимает. Домой тебе, подруга, никак нельзя. Угу. Тебе есть где спрятаться первое время? Ну, это у тетки. Ой, Господи. Во что же мы влипли, девочки? В общем так, дамы, как говорит твой муж Филипп де Бове, ложимся на дно. Сейчас завезем тебя домой, потом я заброшу Катю к тетке. Завтра, слава богу, я с Васяткой улетаю. А... Куда? Куда-куда? На Кудыкину гору, которая называется Канары. Привет. Что с тобой? Ты где была? Ты же знаешь, у Кати. А почему вернулась ночью? Ужасно устала. Пошли. Ты предупредила тетку, что приедешь? Да, конечно. Ага, хорошо. Садись. Что происходит? Ничего. Я не должен задавать лишних вопросов. Я правильно понял? Филипп, ну... Ну, мне нечего тебе сказать, правда. Ну, кроме того, что у меня очень сложная жизнь. Муж бросил, с работы выгнали, потом взяли обратно, но при каких-то странных обстоятельствах. Человек, за которого я монтирую фильм, пропал. И теперь я ни в коем случае не должна ошибиться в трактовке его материалов, потому что его знает вся страна и потому что он мой друг. Скажи, ты его сильно любила? Кого, Ваньку? Нет, мужа. Не знаю. Когда замуж выходила, сильно любила, да. Мечтала, что у нас будут дети, будем работать вместе. Но он как-то сразу перестал меня замечать. Тебе это интересно? Угу. Лада! Михайлов, ты что здесь делаешь? Тебя жду. А ты где пропадала? Изменяешь мне? Ну, разумеется. Что от тебя, женатого прук? Да ладно. С Катькой я тебя изменяла. Отвозила ее к тетке. Да что с тобой? Ты сегодня какой-то странный. Неприятности. На работе. Так что, мы на Канары не едем? Ха! Не дождутся. Едем. Пойдем. Пойдем. Ты сегодня поздно? Нет, не очень. Мне немного осталось. Покажешь свой фильм? Мой фильм? А что тебя удивляет? Я с удовольствием посмотрю твою работу. Нет, просто Андрей никогда не интересовал, чем я занимаюсь. По-моему, он даже ни одного моего сюжета не видел. Алекс, да, я интересуюсь, чем ты занимаешься. Это нормально. Я переживаю, я волнуюсь за тебя. Это тоже нормально. Потому что мы семья. Спасибо за завтрак. Кстати, я забыл тебе сказать. Я завтра улетаю. Буду в январе. То есть тебя не будет на Новый год? Думаю, что нет. Извини, что тебе подарить на Рождество? Бриллиантовое колье. Что-что? Ничего. Если можешь, дай мне немного денег. Мне нужно ботинки починить. Извини, я не понял, при чем здесь ботинки? Не надо мне никаких подарков. Алекс, я ничего не могу отменить. Слышишь меня? Знаешь, почему я согласился на твое идиотское предложение? Потому что ты мне очень понравилась. Еще тогда, когда мы встретились на вечеринке. Я действительно расстроился, узнав, что ты замужем. И позавидовал твоему Победоносцеву. Извини, я действительно опаздываю. Деньги по традиции на холодильнике. Пока. Пока. Алло. Фил, это ты? Да, Павел, это я. Ну что? К сожалению, ничего хорошего. Ты подъехать можешь? Да, да. Когда? Да прямо сейчас. Окей, я сейчас буду. До встречи, Алекс. Это то, о чем мы с тобой говорили. Компромат на Глебова. Аккуратно вклеишь в фильм. Как ты думаешь, что будет после того, как этот сюжет выйдет в эфир? Я полагаю, что Глебова снимут. Надеюсь, фильм получится убедительным. Я постараюсь. Если все пройдет удачно, Андрюша, то скоро грянет гром. самый любимый праздник. Но как же он мог? Как он мог улететь именно на Новый год? Даже не звонит. Но почему он должен звонить? Мало ли, какие у него дела, какие у него планы. Вообще, мало ли, кто ждет его в Париже. Дура ты, дура. Ты что решила? Если он с тобой спит, то ты ему нужна? У нас всего лишь фиктивный брак. Ну, хотя почему фиктивный? Не фиктивный, но как раз настоящий. Но временный. И по расчету. Да. Нашествие гостей не предвидится. Ладка с Васяткой в теплых странах. Катька у тетки в глубоком подполье. А сослуживцев теперь нет. Я собиралась нарядить елку, напечь пирогов, накрыть стол со свечами для двоих, для себя и для мужа. Но уехала, черт с ним. У меня все равно будет Новый год. Как говорила баба Клава, какой Новый год без живой елки, горячих пирогов? Алекс, открывай, у меня руки заняты. Можно мне войти? Филипп! Филипп! Это тебе. Спасибо. Откуда ты взялся? Из Шереметьево. Ты надолго? Навсегда, Алекс. Правда? Мне все-таки через пару дней мне придется ненадолго уехать. Алекс, когда я садился в самолет, я не думал, что этот полет может длиться целую вечность. Алекс, как я рад тебя видеть. Я очень рада, как же догадался приехать. У меня там пироги. Какие? Я поставила пироги. Какие пироги? Давай начнем встречать Новый год прямо сейчас. Что ты делаешь? Алекс. Салю. Привет, наконец-то. Я же не знала, к какому времени разогревать мясо. Нет, Алекс, боюсь, что я не успею даже поесть. Как? Ну, хоть чуть-чуть. Немножко. Это же пару минут всего. Прости, Алекс, я очень опаздываю. Ну тогда, хотя бы салатики, пожалуйста. Ну, быстренько. Хорошо, только чуть-чуть. Спасибо. Хорошо. И вот этого чуть-чуть. Совсем, совсем чуть-чуть. Окей. Это очень вкусно. Винегрет. Да. А может, ты все-таки не поедешь? И так без тебя скучаю. Алекс, это совершенно невозможно. Я вырвался только на Новый год, иначе я подведу людей. Филипп, а я давно хотела тебя спросить, а о чем ты пишешь книгу? Россия? Ну, о России вообще или о чем-то конкретном? Вот что значит журналист. Сразу цепляется к словам. Все, Алекс, мне пора. Ну, спасибо большое, было очень вкусно. Ну, Филипп, ну я серьезно. Кстати, ты собрала мои вещи? Да. Скажи, ну, Филипп, ну ты же расспрашивал меня о моей работе, а теперь я хочу знать о твоей. Ты уснешь на второй фразе, Алекс. Честное слово, через пару дней прилечу и все тебе расскажу. Где мои вещи? Вот. Держи. Все. Целуй меня. Пока. Веди себя хорошо. Пока. Сашка, что с тобой? Саня! Потапова, ты куда? Да что же ты, черт возьми! Черт! Чё, Сашенька? Сейчас я отвезу. Садись. Вот так. Все у нас будет хорошо. Держись, Саня. Я вернусь, разберемся. Алло, Владка, ты откуда? Ты вернулась? Нам нужно срочно встретиться. Я нашла Ванин пакет. Так, давай рассуждать логически. Кто у нас Павел Глебов? Ну, кроме того, что он Ванькин хороший друг. Ну, министр. Так, и ему это надо срочно передать. понимаешь? Ванька не просто так попал в плен. Это было кому-то нужно. Слушай, а может быть, фильм, который я делала, как-то связан с этой кассетой? А поскольку они ее так и не нашли, Ванька все еще жив, они его не убили. Кстати, а что с твоим фильмом? Когда эфир? Да я не знаю, я звоню этой Свете Морозовой, ну, Ванькину редактору. Телефон не отвечает. Саша, я тебя умоляю, никому пока ничего не говори. Я сейчас в Останкино и попробую что-нибудь прояснить. Михаил Андреевич, извините, я только на минутку вас остановила. На минуточку. Михаил Андреевич, я вчера посмотрела вашу передачу, вы знаете, это просто шедевр. Какие интервью, какие планы. Вы знаете, я потрясена, на этом нужно учиться, у меня просто нет слов. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Спасибо. Здравствуйте, Михаил Андреевич. Мне нужно с вами поговорить, можно к вам на минутку? Ну, разумеется. Давненько ты у меня не была. Что случилось-то? Ты садись, садись. Так, ну? Михаил Андреевич, вы только не удивляйтесь, но у меня к вам несколько странный вопрос. Как вы думаете, почему фильм Вешнепольского поручили доделать именно Саше Потаповой? А что удивительного? Сашка хороший журналист. Пишет толковые тексты, монтирует. Да и с Ванькой дружит. Михаил Андреевич, можно задать вам совсем дурацкий вопрос? Ну, рискни. Вот вы распустили бы группу, если бы кто-нибудь из нас заболел. Вопрос действительно дурацкий, Лада. Ну, разумеется, нет. Ты же знаешь, что группу распускают только в том случае, если программу закрывают. Совсем. Вот видите? А Морозова сказала, что Ванину группу распустили. Значит, кто-то был уверен, что он не вернется? Подожди, какая Морозова? Редактор Вешнепольского. Ну, женщина, с которой вы только что разговаривали в коридоре. Подожди, редактор Вешнепольского Света Морозова 2 месяца назад ушла на пенсию. Я ее хорошо знаю, Лада, и ни над каким проектом она сейчас не работает. Как? Так. А, женщина, с которой я сейчас разговаривал, ну, я знаю ее постольку, поскольку, ну, там, лицо примелькалось, в очереди вместе в буфет стояли за салатами. А, да я даже не помню, как ее зовут. Извините, спасибо. Мать, думай, кому надо было, чтобы именно ты монтировала фильм Вешнепольского? Да я сама не понимаю. Если Света Морозова, совсем никакая не Света Морозова. О, Господи, Лад, это же могло быть только в одном случае. В каком? Если этот фильм в том виде, в котором его сделала я, вообще никому не нужен. Андрюша, все готово. Иди ужинать. Ты знаешь, что за кассетку мне подсунул Цветков? Оказывается, наш безупречный министр, коррупционер и взяточник. Страшные вещи, страшные. Надеюсь, ты сделал все убедительно? Не беспокойся. Я все сделал так, как им нужно. Умница. Все будет хорошо. Завтра эфир, тебе нужно хорошо выспаться. Понимаешь, Ванька своей кассетой хочет помочь Глебову. Но он хочет, чтобы у Глебова был материал, которым тот может подстраховаться. А это значит что? Что под Ванькиным именем может выйти нечто, порочащее Глебова. А Ванькина кассета может быть защитой против этого фильма. Ну, ты логику улавливаешь? Улавливаю. Дело пахнет керосином. И Викиными духами. Это точно Викина идея подсунуть этот фильм именно мне. И таким образом избавиться от меня раз и навсегда. Только вряд ли, конечно, Вика сама на это решилась. Узнать бы, кто стоит за Викой. Но, боюсь, это нам с тобой не светит. Следовательно, сделать ничего не можем. А твой Васятка? Отпадает. У нас и на Канарах-то не отдых был. А черт знает что. Ни секса, ни кайфа. Одни телефонные звонки с утра до ночи. Почему? Не знаю, у него неприятности какие-то. А сейчас вообще пропал. Не звонит, не приезжает. Стоп! Как же я забыла! У меня же есть еще один человек! Что за человек? Руководитель пресс-службы Глебова. Я с ней не очень близко, но знакома. Пресс-секретарь Павла Глебова, слушаю вас. Ирина, здравствуйте, это Саша Потапова. Здравствуйте, Саша. Ирина, мне нужно срочно с вами встретиться. Когда у вас в министерстве пресс-конференция Глебова? Послезавтра. Аккредитоваться хотите? Нет, не хочу. Но вы же его до пресс-конференции увидите? Конечно. Что случилось, Саша? Вы знаете, если можно, я сейчас приеду и все привезу. Приезжайте. Только я боюсь, что послезавтра будет уже поздно. Приезжайте. Вы меня пугаете, Саша. Я сама боюсь. Минута до записи. Спасибо. Не волнуйся. У тебя все получится. Давай, соберись. Ты талантливый, ты все можешь. Давай. Не пуха. До записи 20 секунд. К черту. Держись. Запись, работаем. Добрый вечер. Мне очень трудно вести эту передачу вместо Ивана Вешнепольского. Мне трудно говорить, поскольку с момента исчезновения Ивана прошло так мало времени. Иван Вешнепольский был не только талантливым журналистом и моим коллегой, он был моим другом. Мы все не можем смириться с этой потерей. С этой чудовищной и трагической потерей. Но жизнь продолжается. И мы с вами не должны забывать, что люди, живущие в наших сердцах, всегда рядом с нами. Мы верим, что Ивана Вешнепольского обязательно найдут. И он вернется к нам живой и здоровый, с новыми потрясающими расследованиями. А пока поиски Ивана Вешнепольского продолжаются. К сожалению, безрезультатно. Нашу сегодняшнюю передачу... Алло. Саша, это я, ты смотришь? Показа вот тварь какая, а? Еще симулирует трагедию, скотина. Которую они так и не успели выпустить в эфир. Я тоже. И к нашему большому счастью, нам удалось сохранить этот фильм, который, я уверен, прольет свет на таинственное исчезновение нашего коллеги. Фильм, который ясно показывает, кто так сильно хотел вывести Ивана Вешнепольского из игры и кто был готов на все. Как выяснилось, ярый противник военных действий в Чечне Павел Глебов был замешан не только в коррупции. С его ведома и при его участии в Чечню осуществлялись поставки оружия. Оружие, которое затем было использовано в военных операциях против наших солдат. Я не хочу далее комментировать факты, которые стали нам известны. Я предлагаю вашему вниманию фильм. Фильм, созданный по материалам Ивана Вешнепольского. Я приехал, Алекс. Но почему ты не спрашиваешь, кто там? Я ждала тебя. В прокуратуре не стали заводить дело на Глебова. Он отмазался. Вовремя подготовил контрудар. В смысле, ты хочешь сказать, что его о нашем фильме кто-то предупредил? Вот именно, Владимир Георгиевич. У него в руках оказались документы, которые были у Вешнепольского. И он их использовал против нас. Вот черт. Как же они попали к Глебову-то, а? Я не знаю. Но он подготовился. Получается, что гром-то грянул, а реакции не последовало. Мы на всю страну прокричали «Держите вора», а нас никто не поддержал. Да узнать бы, кто Глебова предупредил. Я не знаю. О том, что именно будет в эфире, знали только очень проверенные люди. Очень узкий круг людей. У меня другой вопрос. будем делать с Победоносцевым? А что с ним делать? Ну вы же понимаете, Победоносцев сейчас единственный публичный враг Глебова. Я же знал, я же тебе говорил, что меня подставят. Я же говорил тебе. Андрей, не кричи. Успокойся и сядь. Подставили не тебя, а Вешнепольского. Вешнепольского? А ты лучше подумай о своей, что нам с ней делать. Потому что она уже наверняка в курсе всего. Что ты имеешь в виду? Андрюша, кто делал фильм? Она? А какой фильм вышел? Тот, который она делала? Не тот, правда? Так вот, она об этом может заявить где угодно. В прессе, в прокуратуре. Вика, она не знала, что монтировала фильм для меня. Ну, это смешно, правда. Она видела эфир. В титрах твоя программа ее фамилия. Кино она монтировала совсем не то. В ее фильме про Глебова не сказано ни слова. Я, конечно, понимаю, что ты можешь на нее все свалить, но она будет опровергать. А мы что, с тобой в суд подадим? За себя боишься, Илюша? Боюсь, Владимир Георгиевич. Ну, конечно, Победоносцев сошка мелкая, с ним никто связываться не будет. А если с кого спросят, так это с тебя. Правда? Вот именно, Владимир Георгиевич. Но только мы с вами все решили. И вы гарантировали, что мне ничего не грозит. Так вот, за себя и бойся, Илюша. Меня оставь в покое. Ну, кроме того, не считаю, что нужно так переживать и дергаться. Наш фильм большого вреда никому не принес, но неудачная попытка сбросить Глебова. А как говорится, попытка не пытка. Поэтому Победоносцев остается в эфире. У меня на него большие планы, Илюша. Вика, ты же говорила, что Глебова снимут. Ты говорила, что его посадят. Ты уверяла, что меня прикроют, если вдруг что-то изменится. Да, я это говорила. Мы все так думали, но ситуация изменилась. Нужно перестраиваться. Вот я тебе даю телефон. Ты позвонишь, скажешь адрес и заплатишь. Вот и все. Что? Что, убить? У тебя есть другие предложения? Да, девки, что-то у нас все не складывается. У Кати Ванька пропала, ты со своим фильмом влипла, а у меня Васятка сгинул куда-то. Ой, да не бухти ты, найдется твой Васятка, не пропадет. Он замминистра без тебя вышел, так что не переживай. Что-то мне кажется, что этим делом не кончится. Глебов, он поди не совсем дурак и наверняка попытается найти тех, кто его подставил. К нам это отношение не имеет. Те они вообще намного выше. Возможно, даже выше Викиного папаши. Ну все, девчонки, мне пора. Филипп, наверное, уже волнуется. Он что, приехал? Вчера. Уже проснулись? Здравствуйте. Меня Володя зовут. А разве вам уже можно вставать? Давайте-ка я лучше вас в палату провожу. Угу. Я думаю, вам лучше полежать. А вы не врач? Нет, не врач. Но если нужен врач, я позову. Нет, не нужен. Просто я хотела узнать, где я. В больнице, в отделении пластической хирургии. Сейчас приедет ваш муж. А вы кто? А я ваш охранник. Вы из милиции? Нет, не из милиции. Поставь, пожалуйста, вазу. Ты жива? Жива. А что случилось? Теперь уже все в порядке. Давай, садись. Какой-то хулиган ударил тебя на лестнице и немножко порезал лицо ножом. Я вышел, но было уже поздно. Я его не застал. А почему я здесь? У меня что, тяжелые ранения? Да нет у тебя никаких ранений. Небольшая ссадина на голове, 2 пореза. Ну, врач подозревает, там легкое сотрясение мозга, но это все скоро пройдет, и не будет никаких следов. Ты была и останешься самой красивой женщиной на свете. Я напоминаю, что поиски Ивана Вешнепольского, увы, не принесли никаких результатов. Сегодня утром было принято решение о прекращении поисков съемочной группы Ивана Вешнепольского. На этой не очень утешительной ноте я заканчиваю нашу передачу. Твой принес? Я же говорю, классный мужик. Ну, как самочувствие? Нормально. Врач говорит, скоро выпишет. Ему ты ничего о наших делах не рассказывала, надеюсь? Филиппу? Да нет, конечно, я не хочу его в это впутывать. А меня, похоже, Васятка бросил. Ну и ладно. Все равно этот роман приказал бы долго жить. От своей жены он не особо рвался. Найду кого-нибудь получше. Это ведь еще не все новости, да? Вы что-то не договариваете? Влад? Они прекратили поиски, Саш. Паньку больше не ищут. Как ты думаешь, о чем я хотел с тобой поговорить? Ну, пока не знаю. Я тут посмотрел последние рейтинги, и вот что я обнаружил, что появился новый, молодой, интересный ведущий, который по популярности очень скоро может сравняться с Вешнепольским. Замечательно. И кто же это? Это ты. Что ты скажешь, если мы тебя назначим заместителем генерального продюсера? Да-да. Ну что, ваша жена практически здорова. От порезов на лице, как видите, не осталось даже следа. Мы ее выписываем. Но... Вот именно, доктор. Но. Меня очень пугает ее психологическое состояние, ее подавленность. Ну а что вы хотите, уважаемый? Стресс? Это естественно. Я уверен, что это скоро пройдет. Полагаю, ей просто нужно сменить обстановку. Увезите-ка ее отдохнуть в какой-нибудь подмосковный санаторий. Девушка, вы куда? Домой. Говорит, живет здесь. Здравствуйте. Вы меня не помните? Володя, я вас помню. А что вам здесь надо? Где Филипп? Что вы с ним сделали? Тише, девушка, тише. Да что тише? Кто вы такие? Где мой муж? Я здесь. О-ля-ля, извините, господа, простите, я совсем забыл вас предупредить. Алекс, проходи. Понимаешь, прости меня, пожалуйста, но пока ты была в кино, к нам приехали гости. Ты что, испугалась? Ничего не испугалась. Здравствуйте. Мои ребята, наверное, напугали вас, извините. Павел. Александра, добрый вечер. Здравствуйте. Присаживайтесь. Садись, садись. Пей, Алекс, я тебе налил кофе с коньяком. Павел, ты будешь? Коньяк буду. Ну, за знакомство. Саша, я хочу вас поблагодарить. Я рада, что кассета вам помогла. Вы даже представить себе не можете, как помогла. Вы меня просто спасли. Это Вешнепольский вас спас. Павел, а Иван жив? Я не знаю. Но надеюсь, что все будет хорошо. А вы давно знакомы с Филиппом? Лет 10, наверное, да больше. Мы еще в Сорбонне вместе учились. А что? Нет, нет, ничего. Я просто не знала о таких знакомствах моего мужа. О, мне пора. Ну что, мы договорились с тобой? Да-да, я провожу. Я жду твоего звонка. Я очень рад, что у моего друга такая замечательная жена. И еще я очень рад, что вы теперь здоровы и прекрасно выглядите. Я желаю вам счастья. Спасибо. Спасибо. Пойдем. Я сейчас. Ты бы видел, что с машиной случилось. Игорь не справился с управлением, его занесло, вынесло на обочину, закрутило. Он упал, ударился о камни, машина загорелась. Какой-то гаишник позвонил в контору, потом домой. Да с Игорем-то что? А вот здесь начинается самое интересное. Пойдем. Жив или нет? Да жив. Парень в рубашке родился. Свидетели его из машины вытащили за минуту, как она заполыхала. Вот скажи, пожалуйста, хочешь, я сварю тебе еще кофе? Несколько дней назад отец, сегодня сын. Алекс. Но это если эксперты определят, что авария... Ты слышишь меня? Делай, что хочешь. Ну, не на все 100%, на 80%. В общем, есть какой-то неизвестный... Мне надоело твое вранье. ...из числа живущих на земле. Да. Ты боишься, что я проникну в твои страшные тайны? Это не наш... А зачем я вообще тогда тебе нужна? Зачем ты со мной живешь? Я думаю, что с этим делом... Алекс, ты моя жена. Я вот что решил. Я хочу посмотреть телевизор. А ты иди пей свой кофе. Как угодно. Я иду спать. Круто. Круто. А ты как? Сережа, что Борису нужно сказать? Алекс, иди спать. Утро вечера мудренее. Ты хочешь поймать убийцу на живца? Самое главное, что... Все дело в том, что ты мне совсем не доверяешь. Я тебе нужна только в постели, и все. Ты нашла новую причину для страданий? Садись. Дело не в том, что я тебе не доверяю. Все дело в том, что ты мне доверяешь. Непостижимо. Я ведь могу улететь и не вернуться. Я живу в твоей квартире. Сплю в твоей кровати, а ты даже не знаешь, чем я целыми днями занимаюсь. И не потому, что тебе на меня наплевать. Просто ты мне доверяешь. И это самое удивительное, что случилось в моей жизни. Что это? Ты. И все-таки. Вы что, с Глебовым друзья? Алекс. Ну, просто общие дела и... Я с тобой разведусь. Я тебя разведусь, Алекс. Давай поедем в Париж. А деньги? Пойдем. Нам же надо будет там на что-то жить. И потом билеты, отель. Вот дурочка. У меня же там квартира. Да, я забыла. Подожди, ты что, серьезно? А когда уезжаете? Не знаю. Навсегда. Ты что? Да на неделю, наверное. Да это вообще еще неизвестно. А ты как думаешь? По-моему, все ясно. К этому давно шло. Да что шло? Что шло? Саша, мы вообще очень рады за тебя, что у тебя с этим Филиппом все так хорошо сложилось. Мы даже гордимся, что мы подкинули тебе эту идею, да, Лад? Угу. Это хорошо, что ты уезжаешь. Потому что еще ничего не кончилось. Возможно, на тебя опять начнется охота. Просто нам грустно. Потому что ты наша лучшая подруга. А он увезет тебя, скорее всего, навсегда. Ну ты что, сдурела, что ли? Он же сказал на неделю. Мало ли, что он сказал. Мы не слепые, не глухие. Хотя тебе уезжать нужно обязательно. Неужели это правда? Что? Правда навсегда? Да не хнычь ты, без тебя мокрая. Не могу. Ну не можешь, иди прогуляйся. Придешь, когда перестанешь реветь. Куда, на работу? На работу, будь она неладна. Приеду, позвоню Сане. И ты позвони. Ну, конечно. Встать можешь? Могу. Ну-ка давай, осторожней, осторожней. Вот. Ванька. Потапова. Алло, это я. Нет, не получилось. Да потому что какой-то козел выскочил и оттащил ее. Нет. Случайность. Бомж какой-то. Хорошо. У меня же еще есть время? Ну подожди, Саня. Саня. Открывай! Катя, здравствуй. Ирина, тебя Терехина зовет. Иду. Можно? Да, входи. Но я думаю, ты сама все понимаешь. Что именно? Прикрывать тебя больше некому. Это нам хорошо известно, а я тебя видеть больше не желаю. Хочешь, в суд подавай. Делай, что хочешь. Тебе понятно, солнышко? Вполне, котик. Молодец. Храбрая девочка. Сложись у нас все иначе, ты могла бы на меня успешно работать. Пардон, только отвечу на звонок. Разговаривай здесь, мы еще не закончили. Алло. Что? Не может быть. Да, поняла, еду. Я тебя никуда не отпускала. Вернись. Да пошла ты. Ребята, Вешнепольский вернулся. Да. Ванька вернулся. Михаил Андреевич, миленький. Ванька вернулся. Он жив и вернулся. Сегодня. Слава Богу. А вы куда? Лада, а с Викой ты что? А, ерунда. Я уволена. Осторожно, Алекс. Филипп, вам пора. Филипп, нам пора. Люди, какой сегодня чудесный день! Сегодня вернулся, Папа! Потапова, я тебя тоже уважаю, тебе пора. Забирайте ее искать. Сумасшедший. Пойдем домой. Сегодня чудесный день! Люблю вас, люди! Я тебя тоже люблю, Филипп! Я тебя люблю, Алекс. Садись, мать Потапова! Давай, осторожно. Мне, по-моему, тоже спать пора. Доедешь? Не впервой. Боже мой. Филипп, было очень приятно. Всего доброго. Пока. Пока, Лада. Ну, до свидания. Мне бы надо с вами поговорить. Я немного отосплюсь, сориентируюсь в ситуации и позвоню. Да, конечно. Да вот еще. Вы бы поосторожней. Тут черти что творится, я пока сам не могу разобраться. Но Сашка пусть дома посидит. Вам что-то известно? Я сегодня вытащил ее из-под колес. Я не думаю, что это случайность. Что здесь делаешь, Михаил? А где твоя машина, убогий? Почему ты сидишь на лавочке, как последний бомж? И вообще, зачем ты приехал? Я развелся с женой, потому не приезжал. Разводился. Ты развелся? Что за героические подвиги? Лада, я люблю тебя. Ты это отлично знаешь. Я хочу жениться на тебе. Я хочу родить ребенка. Я очень люблю детей. Давай начнем все сначала. Как же это она тебя отпустила? А зачем я ей теперь? Я теперь никто. У меня ничего нет. Знаешь, я ведь теперь тоже безработная. Неужели? А что так? А! Выгнали. Здорово. А давай махнем в Кострому, а? Родина моя. Я там начинал. Давай. Только я надеюсь, не прямо сейчас. Алекс, я еще раз прошу, расскажи мне про ту машину, которая чуть тебя не сбила. Да что говорить, я ничего не знаю. Я переходил дорогу, потом какой-то мужик крикнул: Сашка, стоять, или нет, берегись, я не помню. Я ничего не поняла, потом увидела, что это Ванька. Почему ты спрашиваешь? Потому что... эта машина ехала на тебя. Так, по крайней мере, мне сказал твой Вешнепольский. Алекс, пойми, мне не нравится то, чего я не понимаю. А сейчас я не понимаю, кому и зачем надо было сбивать тебя машиной. Машина просто ехала мимо. А та пуля тоже просто пролетала мимо твоей сумки. И те бандиты тоже просто шли мимо твоей подруги. Филипп. Все ясно. Ты ничего не знаешь. Мы просто мы с девчонками попали в передрягу. Но теперь вернулся Ваня. И он, наверное, что-нибудь придумает. Ну, как из нее выбраться. Твоего Ваню тоже не мешало бы спрятать куда-нибудь подальше. А еще лучше, чтобы никто не знал, что он в Москве. Слушай, ты ничего не понимаешь. Ну не лезь ты в эти дела, ради бога. Иностранцу в них нечего делать. Русским-то не под силу разобраться. Я сейчас звонил Ивану, он скоро будет. А завтра мы с тобой улетаем в Париж. Что? Какой Париж? Зачем ты позвал Ивана? Затем, что мне нужно с ним поговорить. Мне надоели эти ваши игры в шпионов. Я должен знать, что происходит, что я могу и должен делать дальше. Уезжай. Уезжай, только не лезь ты в это дело. Я прошу тебя. Уезжай сейчас. Я не хочу и не стану ничего объяснять. Я не желаю никакой помощи, пропади ты пропадом. И вообще, какое тебе до всего этого дела? Мне до этого есть дело. И самое прямое. Потому что я твой муж, и я люблю тебя. Что за самомнение? Почему ты на все бросаешься одна? Или в компании своих полоумных подруг? Почему я от тебя ни разу не слышал ни одного внятного объяснения? Что происходит в моем доме? Черт тебя возьми! Филипп! Что? Что, Филипп? Ты что, себя готовишь в резиденты русской разведки? Зачем ты полезла туда, где ничего не понимаешь? Убил бы тебя, Катеньку. Честное слово. Ну а что ты так разошелся? Потому что ты идиотка. Сейчас придет твой Иван. Не мой. Хорошо. Сейчас придет не твой Иван. И мне нужно с ним поговорить наедине. А ты позвони Ладе, пусть тоже приходит. У нас что, общий сбор? Да, у нас общий сбор. Убрали, потому что я стал мешать. Еще до поездки в Чечню у меня состоялся разговор с господином Цветковым за пару часов до отлета. Он предложил мне утопить Глебова. Я отказался. Я знал, на что иду, но я даже представить себе не мог, как далеко все это зайдет. На всякий случай я решил подстраховаться. У меня на руках были документы, диск и видеокассета. По сути, убийственный, неопровержимый компромат на Глебовского заместителя. Потому что он и еще там пара-тройка гавриков. Они давно копали под Глебова. А что за гаврики? Это не столь важно сейчас. Важно другое. То, что единственным шансом для меня остаться в живых была тогда попытка передать эти документы Глебову через вас. Я так рад, что вы поняли содержание записки. Ну хорошо, а теперь что делать? И куда теперь кидаться? Ну куда кидаться? Теперь Сашку Филипп увезет во Францию. А я завтра позвоню злодеям и скажу им о том, что я нигде не буду вылезать ни с какими заявлениями. В обмен на жизнь. А если в один прекрасный день меня пристрелят, то из-за границы придут мои документы. И тогда всем мало не покажется. На этом, господа, я хочу поставить точку. И давайте поблагодарим Пречистую Деву за то, что она сохранила нам жизни и даже отчасти здоровья. Так вы и правда завтра улетаете? Да никуда мы не улетаем. У нас ни виз, ни билетов. Это ерунда какая-то. Билеты и визы по традиции на холодильнике. Так что да, завтра улетаем. Ты чего? Да нет, ничего. Что стоим? Ложись! Откуда стреляют? Со второго этажа, похоже. Все. Спугнули. Ушел. Филипп. Филипп. Филипп, что с тобой? Да не волнуйся. О, все в порядке, Алекс. Как ты меня напугал. Алекс, пора собираться. Скоро придет машина. Какая машина? Чтобы отвезти нас в Шереметьево. Что если мы сдаемся, они отстанут. О, боже, боже. Я женился на забавной, красивой и славной девушке. Я тебя очень прошу, Алекс. Не волнуйся. Мы улетим, и все наладится. Филипп, ты хочешь, чтобы я с тобой полетела? Я полечу. Угу. Но есть вещи, которые я не понимаю. И они очень меня волнуют. Я должна тебя кое о чем спросить. Угу. О чем спросить, Алекс? Ты не пишешь книгу. Это я уже поняла. Давно. Так кто ты? Чем ты занимаешься? Ты французский журналист, ты шпион, бандит. Я ничего о тебе не знаю. Я ждал, что ты когда-нибудь об этом спросишь. Нужно дожить до завтра. Завтра ты все узнаешь, Алекс. Алло? Это Вика? Да, это я. Я вас узнала. Ну что? Она улетела. Как улетела? Куда? В Париж с мужем. В Париж? В Париж, и судя по всему, надолго. Но если вернется, вы же знаете, я всегда готов. Bonjour, Ламон. Он говорит, что очень рад видеть тебя в Париже. Александра. Ламон, мадам. Ну что, пошли. А вещи? Почему нас не проверили? Я тебе потом объясню. Это что? Лимузин. Филипп, я вижу, что это лимузин. Алекс, садись, пожалуйста. Ты задаешь слишком много вопросов. Опа, яли. Мерси. Филипп, что все это значит? Давай выпьем. Эй! Надо было тебя напоить еще в самолете. Филипп, послушай, хватит этих тайн. Я не могу больше. Кто ты на самом деле? Ламон, закройте перегородку. Конечно, месье. Меня зовут Жан-Пьер Филипп де Бове, граф де Бриссар. Наша семья одна из самых состоятельных во Франции. После смерти моего отца 10 лет назад главой семьи стал я. Мой отец был министр иностранных дел, а я никогда не лез в политику. Моя стихия – предпринимательство. По нашей собственности нефтяные скважины, алмазные прииски, банки, отели, даже автомобильный завод. Да, еще газета и 2 телеканала. Не очень большие, но вполне приличные. И вся эта империя, к сожалению, требует постоянного контроля и наблюдения. А еще у меня есть квартира на Елисейских полях, в которой я обычно живу на неделе, чтобы не возвращаться каждый день за город. Ну и загородный дом, туда мы сейчас едем. У меня есть сын. Его зовут Алан. Правда, мы с ним не очень ладим, потому что я не разрешаю ему делать то, что он хочет. Я приехал в Москву неофициально, чтобы изучить обстановку, понять, смогу ли я работать на российском рынке и заручиться поддержкой в правительственных кругах. Когда на лестнице тебя ранил тот придурок, Павел очень быстро провел расследование и выяснил, что это была попытка удалить из Москвы меня, а вовсе не убить тебя. Дело в том, что даже приехав в Москву неофициально, я очень многим мешал, поэтому тебя так странно ранили. Они рассчитывали, что я срочно увезу тебя в Париж к лучшим врачам-косметологам. Но я остался в Москве. Все выяснил, постарался помочь твоим друзьям. и увез тебя в Париж. Вот и все. Все мне рассказал. Все. Почему ты мне врал? Алекс, я не врал. Я ничего не рассказывал тебе, потому что я не хотел объясняться с посторонним человеком, каким ты тогда была. И еще, пусть это глупо, но мне так хотелось пожить с тобой, как все нормальные люди. И понять, почему именно мне ты сделала предложение жениться. У тебя есть сын. Сколько ему лет? 17. Его мать умерла при родах. Я тебя с ним познакомлю. Сегодня вечером он приедет сюда. А твоя первая жена соответствовала твоему положению? Нет. Император то и дело женится на простолюдинках. Филипп, зачем ты мне врал? Алекс. Зачем ты мне морочил голову? Притворялся, что ничего не знаешь о моих делах, когда тебе все было известно с самого начала. Филипп, почему ты мне не рассказал все в Москве? Я прошу почему? Тебя. Если бы ты мне рассказал все в Москве, я бы сразу поняла, что не гожусь тебе в жены. Ну? Все, Филипп, скажи своим слугам, чтобы отвезли меня в аэропорт. Я еду домой. Алекс, Алекс, успокойся, я прошу тебя. Алекс, остановись. Ну, выслушай меня. Что, Михайлов, каша на столе, молоко в холодильнике разогреешь. Мамочка, мамочка. Михайлов, все-таки ты их балуешь. Имею право. Мои. Я тебя очень прошу, уложи их пораньше спать. А то не дети, а полуношники. Все в тебя. В тебя? Это у тебя сегодня вечерний эфир. Все. Положу, иди. Уложишь ты их как же? Опять будете болтать до полуночи. Мы не болтаем, мы сказки читаем. Что, в принципе, должна делать мать? Я с экрана людям сказки рассказываю каждый вечер. Ну все, Васятка, я побежала. И поцеловать. И горку поцеловать. И папу. Ну все, пока. Кто это идет? Наверное, наша мама долгожданная идет. Да, Сонечка? Вот а вот и наша мама. Встречают маму. И где же наша мама была все это время? А, Санечка? Мама была на работе. Сам знаешь, сколько под вечер работы. Иди ко мне, мой хороший. Мой хороший. В общем, пост сдал? Пост принял. Да? Тебе уже пора. Ну ты же знаешь, волка ноги кормят. Вань, может, что-нибудь посолиднее себе найдешь? Ты же у меня такой умный. А чего? А мне нравится. Репортер. Великая профессия. Ну, девочки, не скучайте без меня. Ну, давай, пока. Давай папе ручкой помашем. Давай. Пока. Пока. Merci. Oui, alors ça dépend du plan. Merci beaucoup. Bonjour. Я не могу, я эти приемы просто ненавижу. Не волнуйся. Bonjour. Я очень прошу тебя, постарайся сегодня не напиться. Я тебя убью. Ты самая прекрасная женщина в этом зале. Ты не объективен. Ты самая лучшая на свете и не смей комплексовать. Салю, Боб! О, Филипп, Алекс, привет! Очень хорошо вас видеть здесь. Как я рада тебя видеть. А то я думала, в этой толпе нет ни одного человеческого лица, сплошные голливудские оскалы. Алекс, не смей так говорить про наш открытый и очень доброжелательный американский улыбка, потому что ты делаешь больно моему чувству гордости за великий американский нацию. Кстати, в пятницу из Штатов прилетает Алан. Приходи поужинаем. Спасибо, я буду приходить. Но я не видел его, наверное, 1000 лет. И я никак не могу привыкнуть, что он есть твой сын. Я и сам до сих пор этого не могу осознать. Да и он тоже. Но Алекс нам многое объяснила. А то враждовали бы до сих пор. Ты не умрешь от горя, если я отойду на минутку по делу? Все норовишь сбыть меня с рук, да? Я тебя обожаю. Извини, Боб. Кстати, Алекс, ты знаешь, здесь должны быть какие-то еще другие русские, которых я сам приглашал, но я точно не знаю, где они, я должен их смотреть. Алекс, извини, я буквально через 1 минутку вернусь. Саша? Александра? Здравствуй. Вот уж не ожидала. Какими судьбами? Что ты здесь делаешь? Я здесь живу. С мужем. А где наш муж? Где-то здесь. А, он официант. Не совсем. А вы давно из Москвы? Давно. Мы сюда из Лос-Анджелеса прилетели. Как дела на российском телевидении? Да ничего. Стараемся не дать ему пропасть. Майк! Кто это? Это русские. Ты знаешь, кто их сюда пригласил? Не знаю, но они здесь, чтобы обсудить проект финансирования нового канала, о котором я вам говорил. Это их идея. Это тот канал, который мне предложили купить, так это их проект. Да, и они надеются на сотрудничество. Поверьте, это на самом деле выгодное предложение. У канала очень большая зона покрытия по России. Полагаю, эти господа намерены возглавить канал? Мсье Победоносцев хотел бы стать председателем совета директоров. Поверьте, это весьма успешные люди в российском телевидении. Они занимают высокое положение в обществе и... Победоносцев. Ты давно здесь живешь? Почти 4 года. О. Тянет домой. Ну ладно, прощай. Идем, дорогой. Идем. Очень хорошо. Бог иногда бывает справедлив. Что? Ничего. Я все понял. Я должен с ними встретиться. Здесь все, что вы просили по этому проекту. Добрый день. Прошу садиться. Ламон, вы свободны. Уходить? Успокойся. Господин граф, к вам гости. О, Шерри! Алекс! Клори! Май хани! Май бэби! Опа! Алан! Моник! Мадам, сэр. Господа, позвольте представить вас моей семье. Алекс, это госпожа Терехина и господин Победоносцев. Моя жена Алекс. Дальше в порядке убывания. Мой сын Алан, его невеста Моник, моя дочь Клади. Очень приятно. Господа из России, они приехали обсудить со мной вопросы финансирования телевизионного канала. Мы закончим через полчаса. Алан, Моник, займитесь Клади. Алекс, останься. Садитесь, пожалуйста. Ну что ж, я думаю, мы будем говорить по-русски. Так нам всем будет удобнее. Майк, извините, я сейчас не буду морочить вам голову. Завтра в 11 я жду вас в своем офисе. Спасибо. Господа, не будем делать вид, что мы друг друга не знаем. Я познакомился с Алекс 3 года назад, когда господин Победоносцев уже достаточно созрел, чтобы делать деньги на госпоже Терехина и ее связях. Я тот самый французский журналист русского происхождения, которого вы когда-то, госпожа Терехина, пригласили на свою вечеринку. Мы не будем ворошить прошлое, хотя вам, месье Победоносцев, я не могу простить многого. Например, того, что вы бросили беременную жену в самое трудное для нее время. Мне подготовили ваше досье, и смею вас уверить, что я пресеку вашу блестящую карьеру. Я знаю, сколько денег вложено в проект, и знаю, сколько вы уже украли. Я перекрою все ваши каналы. Это гораздо проще, чем вы думаете. Далее, возглавлять канал, который я собираюсь купить, будет моя жена Алекс. И если она сочтет нужным, она даст вам работу. Если же нет, то, вернув мне все вложенные в канал деньги, которые уже осели на ваших счетах, можете считать себя свободными. О решении госпожи де Бове вам сообщат позже. Не думаю, что встреча с вами доставила мне удовольствие. Я вас не задерживаю, господа. Послушай, но почему так срочно? Алекс, ты уверена, что все делаешь правильно? Может, все-таки ты не полетишь? Не знаю. Но поскольку я теперь хозяйка канала, я все-таки полечу. Ну что с тобой? Зачем ты это сделал? Разве они этого не заслужили? Я не знала, что ты можешь быть таким жестоким. Нельзя так унижать людей, даже самых плохих. Алекс, пойми, с такими людьми, как они, нужно поступать именно так. Отвечать ударом на удар, если это возможно. Месть не принесет нам счастья, Филипп. Пока. Алекс. Я надеюсь, ты вернешься. Я так остаться со мной. Я закрываю замочек, и для дела к ночи, не бойся остаться со мной. Ну что, понравилось? Может, останешься? Пошли. Идем. Пошли. Значит, твой Филипп размазал этих уродов по стенке. Молодец, мужик. Уважаю. Ты знаешь, он когда меня провожал, у него было такое лицо, как будто я уезжаю навсегда. Он же все сделал для меня, из-за меня. А я его даже не поблагодарила. Вот дурочка, а? Да. Катюшка. Давай возьму. Опа. Ладно, ну что? Держу. Останешься сегодня на ночь? Я ребенка специально к тетке отправила. Нет-нет, поеду. Рад бы остаться. Но у Васятки завтра встреча какая-то важная. Я ему нужна для поддержки морального духа. В кроватке? А хоть в кроватке. Значит, ты ехала 4 часа, чтобы потом вечером пилить обратно. И все из-за меня. Из-за тебя, милая, из-за тебя, родная. А за такие новости, что ты привезла, я бы и 20 часов за рулем отсидела. Ты мне лучше скажи, Потапова, что ты теперь собственным телевизионным каналом делать будешь? Хочешь, тебе подарю? Мне? Спасибо, не надо. Мне своей головной боли достаточно. Так что управляйся сама со своим каналом. Нет, Саша, правда. Что ты с ним собираешься делать? Может, вернешься? Ты ж так мечтала о телевидении. Мечтала. А теперь поняла, как это все для меня не важно. И не нужно. А что нужно? Нужен мой муж. Мой ребенок. Нужна моя жизнь, которая без них не мыслю. А что касается канала, я знаю только одного человека, у которого есть время, силы, талант и масса организаторских способностей. Ну что, уговоришь? Я думаю, уговаривать не придется. Явилась сладкая парочка. Кстати, ты не знаешь, за что Победоносцева турнули с канала? Понятия не имею. Опаздывает начальник там. Нехорошо. Может, начальница? Угу. Терехина, например. Не приведи Господь. С ней работать стало практически невозможно. Пожалуйста, сюда. Прошу внимания, господа. Хочу познакомить вас с представителем нашего инвестора, владелицей канала, госпожой Александрой де Бове. Прошу вопросы. Уважаемая госпожа де Бове, вы новички на нашем рынке. Скажите, пожалуйста, как вы предполагаете руководить каналом? Из Парижа? Я вообще не буду им руководить, потому что есть человек, который справится с этим гораздо лучше меня. Вы все его знаете, я думаю, в представлении он не нуждается. Михаил Андреевич. Вот это и есть тот человек, который в представлении не нуждается. Спасибо еще раз. Добрый день, господа. На всякий случай представлюсь. Меня зовут Иван Вешнепольский, и я буду руководить каналом СТВ. Особая честь для меня сегодня представить Барсукова Михаила Андреевича. Он возглавит службу новостей. Вик, подожди. Встань. Вика. Прошу прощения, господа. Ну что, к делу? Вопросы, пожалуйста. С возвращением, мадам. Спасибо. А где Филипп? Господин граф в офисе, мадам. Он распорядился приехать за ним в 8. Сегодня граф собирается поехать в замок. Отвезите меня в офис, Ламон. Вы не говорили ему, что я приезжаю сегодня? Нет, мадам. Я сделал все, как вы просили. Мадам. Merci. Рада вас видеть, мадам. Я сейчас сообщу господину президенту о вашем приходе. Нет, нет, я войду без доклада. Никак нельзя, мадам, там совещание. Алекс? Что стряслось? Почему так быстро? Тебя опять обстреляли или только побили? Пойдем домой. Ну и к дьяволу твои дела. Пойдем домой. Что ты сделала с каналом? Подарила Вешнепольскому. Он управится лучше меня. Так ты едешь домой или нет? Да. Да. Ты ненормальная. Едем. Ты ненормальная, Алекс. Я всегда знал, что женат на сумасшедшей.